Знаменитости не стало на 90-м году жизни. 8 марта ушел из жизни выдающийся советский пианист и педагог Дмитрий Башкиров. Народный артист покинул этот мир в возрасте 89 лет. О трагедии сообщил известный музыкант Лев Маркис. Артист поделился печальными новостями на своей странице в Facebook. Маркис подчеркнул, что Башкиров был очень талантливым пианистом и замечательным преподавателем. Дмитрий Александрович многого достиг за свою жизнь и подарил немало замечательных часов своим слушателям и ученикам. Что послужило причиной смерти выдающегося музыканта, пока не сообщается. Знаменитый пианист появился на свет в столице Грузии. Позже он отправился в Москву, где учился музыке. Впоследствии Дмитрий Александрович начал преподавать в Московской консерватории. В конце 80-х уехал в Испанию, где более четверти века руководил кафедрой фортепиано в Мадридской высшей школе музыки. В 90-м получил звание народного артиста РСФСР. Дмитрий Александрович был весомой фигурой в культурной жизни Москвы и СССР. Он принимал участие во многих музыкальных ансамблях и часто выступал с сольными концертами. В репертуаре знаменитости были произведения Шопена, Шумана, Дебюсси и других выдающихся композиторов. Светлая вечная память. Искренние и глубокие соболезнования. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.